СБУ передала архивные документы о Владимире Науменко, исследователе творчества Кобзаря, в Каневский музей Шевченко. Как сообщили в спецслужбе, в запаснике отправилось уголовное дело в отношении Науменко, которое нашли сотрудники СБУ. Напомню, Владимир Науменко – ученый, который внес значительный вклад в сохранение и популяризацию творчества Тараса Шевченко. В 1919-м его арестовали большевики и на следующий день расстреляли. Похоронили Науменко в общей могиле вместе с другими жертвами режима.